Друзья, у нас новинка на стенде Минского тракторного завода «Беларусь-823». Сейчас подробно расскажем о данном тракторе. Давайте с технических характеристик. Так, мотор у нас 243S2, да? Без турбины, 81 лошадиная сила. Внешне я, когда увидел этот трактор, подумал, что это 82.3. Похоже, да, сходство есть. Сходство есть. Морда похожа. В чем тогда у нас разница в этой машине? Разница – это кабина. Более комфортабельная. Так. Топливный бак у нас перенесли в другое место. Топливный бак металл. Угу. Был раньше под кабиной. Если помните, два пластиковых бака. Да, я помню. Что еще по особенностям? Навеска, гидроподъемник. Больше грузоподъемность со старой. Понятно. Известно, какая грузоподъемность? Распред вынесен уже назад. Да, и еще особенность распределения. Так, ребят, кто мечтал уже 20 лет, когда МТЗ вынесет распред назад, пожалуйста, берите 823 модель. Так, грузоподъемность какая у нас на веске? 4 тонны, если не ошибаюсь. В районе 6, 4 тонн. 4200. 4200, да. Давайте еще по характеристикам. 4200 килограмм. Так, что у нас здесь, какие изменения? Глушитель... По стоечке, как уже на 82.3. У нас светодиодная оптика уже на всех тракторах. Эта модель, она уже в серийном производстве, ее можно купить? Так, модели в серии пока нет, купить нельзя. По цене, наверное, тоже ничего не скажем, да? Около 3,5 миллионов. Это не по частности. Так, в кабине посмотрим, что у нас, какие изменения?